Всем доброго дня. Значит, вот я с прицеп подошел до где будут отводки. Вот у меня ряд отводков. Значит, этот я уже прошел ряд. Вот. Суть в чем? Значит, у меня сейчас там рамки с расплодом запечатанные. Значит, печатного расплода надо. Вот. Прикрыто это, чтобы солнышко меньше грело, чтобы не запаривать расплод. Значит, в чем суть? Маточек снимаем. Крепим на рамку, в принципе, и отводок готов. Просто надо делать все аккуратно. Вот, не трясти. А мамка выйдет, она будет уже родная, ничего подсаживать не надо будет. Если не выйдет, значит, то рейка, которая позже сделана на 4 дня, с нее можно дать другой маточник. Вот, в принципе, вот в чем суть. Сейчас я телефончик передам и буду снимать. Значит, суть в чем? Берете. Так. Все это дело ставите вплотную, чтобы потом меньше манипуляций всех было. Так, ну это можно пару лощин убрать, пока и рамку закрепим. Так. Берете рамку, берете маточник, значит, можно кусачками, можно, но я вот ножницами обыкновенно. Дело все в том, что вот чопики, они, если просто потянуть, то чопик останется в рейке, вот, например, вот как, вот здесь, вот он, то придется давать два маточника. Ну, бывает, что и с чопиками не выходит, а бывает, что и чопик вроде вынулся, а матка все равно вышла. Значит, берете маточник и крепите его к расплоду, желательно не в мед, чтобы они, если в мед бывает можно дать, то они потом его могут облизать и сожрать, получится косяк. Значит, забиваю ее сразу все, тут не сушу, только ващина. Ну и, соответственно, вот здесь лучше ставить ващинку, потому что рамка может, ну, вплотную быть к маточнику. Так, все это водружаем в обратном направлении. Ставим корпус, значит, холстину дырявую, которая здесь была 100 лет, подушка. Ну и, соответственно, и крышка. Все, отводок готов. Всем удачи, до новых встреч!